Замерзали? Я довольно воровская. Звенит звонок. Пора расстаться. Пора расстаться с забуенной головой. Слезами горькими мать моя зальется. Багирка, ты че? А сейчас требуху будем разделать, спайку взяли. На... Нет, Багира, нет! Багирка, ты умничка, любишь же. Тут картошку снежану уже. Так, мы тоже лососевое масло взяли. Котенку кормика взяли. Спайку гиперэллерген. Просто наш 18 придет, чтобы не давать ему натуралку. Мы с нашими дорогими телеграммовцами решили так сделать. И спасибо им за эту идею. Здрасте все. Так, бросьте это дело. Да. Че, вам на удочку позаниматься хочется? Так. Воспитывать буду. Да ёб твою мать. Ничего. Взял, чтоб требуху разделал. Блин. Кто кусает меня? Сзади больно. Чего у него с мордой не был? Опухло. Так, а ну отстань. Да. Да что это с мусором? Офигеть. Подожди. Я кищу, говорю, девочка. Сзади. Ты чё хочешь? Морда, ты чё хочешь? Морда. Ой, не, только не прыгай. Молодец. Чё вам вообще сделать? Чё вам делать? Все, я нет, не дам. Мне кажется, или у собак, особенно у девочек, когти постирались. Прям. Не пойму, или мне, думаю, кажется, или реально они короткие стали. Так, щенков сюда пересадил, они там бегали, играли, пока я там убирался. Закрыл, начали орать. Короче, здесь сейчас все уберу. Щенки пусть там побудут. Все. Недельки две. Блин, я их отпустил, мусорки. И вспомнил, что там канаты висят. Я забыл про них, лишь бы друг друга не укусили, не задрали.
Тихо, нельзя. Хорошо я вот. Нельзя! Так, хорошо, я знаете, почему вспомнил? Думаю, лишь бы Муся не перепрыгнул через забор. И думаю, почему они, ну, здесь не гуляют, нервничают. Думаю, в тот раз не поругал его, что он перепрыгнул. И что-то думаю, думаю, где они могут быть. И резко вспоминаю, что там канат. Короче, я говорю, тут как компьютер у тебя. О, каждый свое взял. Вот. Ну, это молодцы. Если... Ой, блин. Если бы свое бы не взяли, могли бы задраться за то, с кем его укусили. И вот он. Начнется. Это... Писет, а я себя забыл про вас. Хорошо вспомнил, что тут канаты. Стоп, оставь! Оставь, оставь! Муса, Кими! Да ёпашип! Кими! Блин! Муса! Нет! Нет! А я это самое, Валера, все мою. Решил все помыть. Позанимались, нет? Сами, да? Нет. 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 На. Багирка, колбок. Колбок. Давай, у вас теперь новый валет. Щенки там пусть побудут, а то они там обсирают весь вагончик, им мало места. Пусть что-то подрастут там. Ну скажи, неужели? Ну пошли испачкались. Неужели я снова в этом валере? Молодец, умница. Умный мальчик. Вышел, там был с этим малым. Побежал, оббежал, выбежал. И на этого смотрит, типа, выходи тоже. Да ты смотри, солнце. Что ж ты, мальчик? Скажи, наконец-то покушаем три быхи барань. Это у нас Аяврик жадно стал, никому не давал кушки особо. А сейчас даст, куда тени загорится. Все. Берем девчонки и убегаем. По нормам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А то и восемь, да? По две на каждого. Восемь. Да. Сейчас спокойно. А когда один кусок даешь, все, с ума сходит. Хотел порезать требуху, а потом, если порежу, будут глотать. Пусть сами режут. Главное, полы чистые. По 1,5 килограмма каждый. Сейчас щенкам тоже дам требуху. Спать, ты уже съел? Ну давайте. Ой. Все? Ну давайте. Это пробный вариант. Сейчас еще чуть, да?
Они в шоке. Вкусно, да, было? Они аж замерли. Они в шоке. Что такое можно было поесть, кроме сухого корма? Эти мои сладкие мои. Ой, чисто черный. Блин, какие вы ж крутые малыши. Какие вы крутые все вы. Бандитки мои. Любим вас. Все, все, отдыхайте. Ты мое солнце, мое заколодненькое. Да, любим, любим. А чё ты не заходишь? Все спят, а ты один деловой. Так, где он? Так.